Не прощается, а говорит «до свидания». Павлодарский штаб «Жасыл-Ель» провел церемонию закрытия 19-го трудового сезона. Как прошло торжество, увидите в нашем сюжете. Трудовой сезон закрыт. Пришло время подводить итоги. В рамках торжественной церемонии были названы лучшие бойцы в своих номинациях. Победители были награждены дипломами и ценными призами. Именно вот в городе Павлодар мы подводим итоги по номинациям «Лучший боец», «Лучший командир», также «Прорыв года» и номинация «Лучший волонтер». То есть, ну, конечно, самая главная наша номинация – это «Оздыксарбас», «Лучший боец», потому что каждый боец – это основа нашей программы. Без наших ребят не было бы, наверное, в целом всего движения, поэтому я в первую очередь хотела бы поздравить всех сегодня победителей и пожелать всем нашим бойцам, командирам удачи. Один из таких победителей – Жанара Абдрахманова. Девушка была признана лучшим бойцом. Я этим горжусь, и я рада, что я являюсь частью этой прекрасной организации. Я желаю, чтобы Жасыл-Ель в дальнейшем были только успехи. Еще одним лучшим бойцом стал Нурбол Ондасын. Я был награжден в номинации «Лучший боец». И я очень рад. Спасибо за это программе «Жасыл-Ель». Буду ждать с нетерпением следующего трудового сезона. За это лето отряд «Жасыл-Ель» успел провести ремонт и реконструкцию зданий и территорий местных университетов и облагородить улицы и парки города, сажая цветы и деревья. Анастасия Ерш, Айбек Газиз, ЕРТС Акпарат.